вас. Дорогие друзья, я думаю, вы, как и мы, все получили массу удовольствия от показанных, проделанных, заявленных и осуществленных детских шалостей. Может быть, не детских. Объявляю концерт юмористический у Ореха, Никулина. Это в следующем нет, может быть. Следующем. Давайте, не путать регламент. У Ореха Никулина юмористический концерт объявляю закрытым, успешно. Так вот. Куда ты? Вон же Орех. Сзади. Орех, это смотри. Да, мы же у Ореха. Это пальма. Вот. И мы плавно переходим к сокращенному заключительному концерту, на который я буду вызывать по головам выборочно. Уж не обижайтесь, в принципе, мы уже должны были его закончить. И наша мама Наташа Шайкина скажет заключительные слова. Я мама только Андрюля. Слава. Дорогие друзья, я думаю, что у нас фестиваль получился. Да? Да. Я поздравляла Таню и Нику и хочу сказать, что Вячеслав Шевелев тоже вышел в финал Грушинского интернет-конкурса. Похлопаем. А Таня, конечно, хочу сказать огромное спасибо вам всем, что вы вот такие самые стойкие досидели до конца. Спасибо тем, кто уже уехал, потому что ехать далеко. Очень рада, что у нас большая география. Смотрите обязательно наш сайт. Называется он Бардландия. Bardland.net, где мы будем выставлять все фотографии, все песни давно и все концерты. Вы все увидите. И кто фотографировал, у кого есть фотографии, пожалуйста, присылайте их тоже. У нас есть группа, у нас есть сайт. Лучше в группу, конечно. И ВКонтакте есть группа, и в Фейсбуке есть группа. Но сейчас Фейсбук закрыт, тогда давайте все это будем делать ВКонтакте. Там в Бардландии и Коктебельские встречи, такая группа. Чтобы мы посмотрели друг на друга, вспомнили и порадовались. А вот у нас сидят 3 человека, благодаря которым мы будем видеть и знать, что у нас проходило на всем фестивале, если кто-то что-то пропустил, особенно я, конечно. Вот. Хочу поблагодарить очень наших хозяев. Ну, я ее приглашала, она не пришла, Таня, потому что у нее работа продолжается. Но я хочу сказать, что база все-таки очень классная и принимает нас очень хорошо. И спасибо Вике также с Федором, которые нас там принимают. И, в общем, я думаю, что у нас все будет продолжаться. Если мои худруки не откажутся, потому что очень тяжелый был для худруков фестиваль в этом году, но вы понимаете, что туда-сюда с аппаратурой и все это. Давайте скажем им спасибо. Давайте скажем им спасибо. Я благодарна нашему жюри, потому что я результатами жюри очень довольна. Мне некоторые подходят и говорят спасибо, но жюрили у нас 3 лауреата Груши. И там комната была закрыта, и никто туда не имеет права заходить, когда журят жюри. У нас это всегда вот там. Единственное, о чем я прошу жюри, пожалуйста, только честно. Вот. Поэтому все результаты, которые это все... статус у них лауреатов Грушинского фестиваля, поэтому я думаю, что все нормально. Спасибо помощникам жюри, которые первую часть журили. Я много уже говорю, да? Спасибо всем, я вас всех люблю и обожаю. Жду на будущий год в это же самое время. Ура!